Боже милости, будь ко мне грешнику. Я буду начинать. Боже милости, будь ко мне грешнику. Ты создал меня, Господи, ты и помилуй меня. Невозможно сосчитать мои грехи, но помилуй меня, Господи, прости меня, грешника. Нам, людям, всегда следует восхвалять и прославлять Тебя, Богородицу, родившую Бога, всегда блаженную, не имеющую порока, Матерь Бога нашего, заслуживающую даже большего почитания, чем Херувимы, и достойного большего прославления, чем Серафимы, безболезненно родившую Сына Божия, истинную Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, благослови. Господь Иисус Христос, Сын Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери, силы честного же творящего креста и святого ангела моего хранителя, и всех ради святых, помилуй и спаси меня грешно, потому как Ты благ, человеколюбец. Аминь. Вас не видно. Читайте, Царь Небесный, Утешитель. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде сущий, весь мир наполняющий, источник благ и подачи в жизни, приди и селись у нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благи души наши души. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Святый посетитель, беднище наше, имя Твоего, ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Восстав после сна, припадаем к стопам Твоим, благи и ангельскую песнь возглашаем Тебе сильней. Свят, свят, свят Ты Божий, молитвами Богородицы помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спасти ли от сна Ты поднял меня, Господи. Ум мой просвети и сердце, и открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты Божий, молитвами Богородицы помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и деяния каждого обнаружится. Со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, свят Ты Божий, молитвами Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Читайте дальше. Так, после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня утреннюю молитву и прославил Твое имя, просветил мои мысли, чтобы мне получать из Святого Слова Твоему, разумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою, и открою уста мои, чтобы прославлять Тебе благодарное сердце и ревать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, и ныне и всегда,
и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царею нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем ко Христу Царею нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем самому Христу Царею и Богу нашему. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего дурного пред Тобою. Мария, сейчас псалмы почитаю, да. Потом дальше. Будете псалмы какой читать? Номер? 40-й. У меня мелковато. Мелковато. Давайте псалмы я почитаю. Ну, давайте попробую. Давайте попробую. Блаженство помышляет о бедном и нищем. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложь его и болезни его. Я сказал, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред тобою. Враги мои говорят обо мне злое. Когда он умрет и погибнет имя, если приходит, то видит меня. Подальше от камеры отойдите, вас не видно. Вот так, да. Света мало. А, света мало. Сейчас я включу. Вот это вот мне мелко. Если приходит, кто видит меня, говорит ложь, сердце его слагает в себе неправду, и он, выйдя вон, толкует. Все ненавидящие меня шепчут между собой против меня, замышляют на меня зло. Слово велика Белиала. Слово Белиала пришло на него, он слег. Не стать ему более. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету. Ты же, Господи, помилуй меня, и восставь меня, и я воздам им. И с тобой узнаю, что ты боговолишь ко мне. Благоволишь. Если враг мой не восторжествует, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицом твоим на веки. Благословен Господь Бог Израиля от века до века. Аминь. Аминь. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому живому, когда приду и явлюсь при лице Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой? Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ним в дом Божий, согласом радости и славословия празднующего сонно. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цар. Бездна, бездну призывает голосом водопадов твоих, все воды твои, волны твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песни молвит у меня. Молитва к Богу жизни моей, скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня, для чего я сетую хожу от оскорблений врага, как бы поражая кости мои, ругаются надо мной враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься, уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего, и Бога моего.
читайте 42-й. Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым, от человека лукавого, несправедливого избавь меня, и воскребок крепости моей. Для чего ты отринул меня? Для чего я сетую хожу от оскорблений врага? Пошли свет твой и истину твою, приведут они меня и приведут на святую гору твою и в обители твои, и пойду я к жертвеннику Божию, Богу радости веселье моего, и на гуслях буду славить тебя, Боже, Боже мой, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже, аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед тобою, избавь меня от зла, и пусть будет во мне твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить святое имя твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Читайте чудо. Восстав от сна, я посреди ночи приношу тебе песнь, Спасе, и припадая к стопам твоим, взываю к тебе, не дай мне уснуть греховной смерти, не сжалься надо мной, добровольно растявшись, скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего перед тобой на молитве. Весна ночного, пошли мне ясным безгреховный день, Христе Боже и спаси меня. Владыка человеколюбчив, встал после сна, я спешу к тебе, и по милосердию твоему принимаюсь за угодные тебе дела. Я молюсь тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения. И спаси меня и веди в царство твое вечное, ибо ты мой Творец и источник и податель всякого блага. На тебя вся моя надежда, я возношу тебе хвалу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости, по великому Твоему милосердию, Ты дал мне рабу Твоему, Марине Сергею, прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты стал владыка Творец всего сущего, удостой меня при свете Твоей истины, просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, Вседержитель, Боже сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущий, озирающий долы земные, наблюдающий сердца и помыслы, ясно ведающий тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути, Ты сам бессмертный Царь. Прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно. И очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенной мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня. Второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется слава воздать каждому по делам Его, да найдет Он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповеди Его и готовы войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинный свет, посвящающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Святый ангел, поставленный блести мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного, и не отступи от меня за невоздержанность мою,
не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастный, опустившийся мою руку, и приведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом, и молись за меня как Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и соделал меня рабом достойным своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного, несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, все скверны, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, ибо я нищий, слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословен от всех родов. Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бог о мне, святые угодники Божии, Сергей, Марина, Игнатий, Иаков, ибо я усердно к вам прибегаю, скоро помощником и молитвенником о душе моей. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, ибо ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей твоих и благослови принадлежащих тебе, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силы Христа твоего, церковь твою. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного Игнатия, батюшку Иакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, и всех ближних моих и друзей, и всех православных христиан, подай им твои земные и небесные блага, не лиши их милости твоих, посети их, укрепи, силой твоей дар им здравия и спасения души, ибо ты благ и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших раб Твоих, родителей моих, родственников, благодетелей и всех православных христиан, и прости им все их грехи, вольные и невольные, даруй им Царствие Небесное. Сответи мне покой, Христе, души рабов Твоих, праотцов, отцов и братьев наших, там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пренепорочную, и Матерь нашего Бога. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слова, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафимы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Боже наш, милостивый Небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя и которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобою, удостои их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво, добродетельно жить, быть добрыми христианами, полезными людьми. Дай им здравие, душевное и телесное, успех труда. Избавь их от хитрых козней дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей и от всяких нечестивых и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Пречистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего вечного Царства.
чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном и животворящим Твоим Духом. Аминь. Господи Боже наш, возри на детей наших, ниспошли на них духа премудрости, разума и благочестия, просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро разумели освоили изучаемые предметы, требили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближнему, на свое спасение. Потому что Ты источник премудрости, и Тебе славу возносим всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Семикратную вы не распечатывали еще? Распечатала, потом. Давайте по очереди. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, слава Тебе, хвала Тебе, наш милосердный Бог Иегова. Алла Отче, услыши молитву нашу, помилуй и прости меня грешного. Тайное и явное в уме и помышлении, во дни и ночи, во все дни жизни, великие и малые грехи мои прости, и соблазн, который я подавал, где я падал и вставал, Господи. Но благодарю Тебя, что никогда не давал мне отчаиваться в спасении, слава Тебе. Это помощь Духа Твоего Святого, молитва святых, хвала Тебе, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за день, в который даровал мне веру Твою святую, страх Божий, ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за день, в который дал мне Твою святую Библию, указал на толкование святых отцов, как на истину. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми. Матерь Божия, благодарю Тебя, покоем, опором любви Твоей, скорби, печали, тесных обстоятельствах. Ты помогала мне, спасала от позора, поношения, от срамления, от ступничества и измены. Хвала Господу нашему Богу за ходатайство Девы Марии, за род человеческий. Дивная заступница наша Дева Мария, благодарим Тебя. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога мне грешным. Добрый мой ангел, благодарю Тебя, что столько лет Ты защищал меня от невидимых врагов, невидимых злобных духов, которые могли погубить бы сразу. Без покаяния не отпусти из жизни, и в транспорте, и всюду Ты хранил меня. Благодарю Тебя, ангел. И в смертный час не покинь, когда душа моя будет разлучаться от тела. И на мытарствах проведи душу мою, и веди ее навеки в вечное Царствие Небесное. Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас. Иоанн Креститель, научи нас жить и в бедности быть, благочестивым, довольным, довольствоваться пропитанием и одеждой, никогда не роптать, никому не завидовать, быть спасенным и помилованным, довольствовать и малым, и искать прежде всего Царство Божие и правды Его, и не бояться начальствующих и правителей грозных, и не участвовать в бесплодных делах с ним, но и обличать, и стоять в верности Богу, каждому задарует Господь жилье. Святитель Христов Никола Мирликийский, чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога. Господи, слава Тебе за святителя Господня Никову, скорый помощник в деле, благодарю Тебя, ибо Ты слышишь молитвы о людях и о животных. Господи Боже наш, слава Тебе, хвала Тебе, милосердный, спаси нас, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Святой
ты пророк Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи Авраам, Исаак, Иаков, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Барух, Езекииль, Афия, Иоиль, Агей, Сатанис, Захария, Малахия, Давид, Нафа, Даниил, и отроки пророк Михеей, молите Бога о нас. Господи, слава Тебе за святую Библию, за дивных пророков, которые движены Духом Святым, изрекли, записали, сохранили эти слова для нас. Исполни Духом Твоим Святым Церковь Твою, дабы день прихода Твоего и нашего отшествия не застал нас спящими, но чтобы мы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными елеем добрых дел, со сделанным в Духе Святом и с любовью. Святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, все небесные силы, престолы Божии, предстоящие, молите Бога. Святые всехвальные апостолы, первореховный Петр и Павел, святые евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн, молите Бога о нас. Господи, умягчи сердца правителей мира Владимира, Дмитрия, Эрдогана, Дональда, Владимира. Да продлится еще мир, дай нам еще священника, место для занятий. Подели нашу участь, как Тебе угодно. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Святые мученики, мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Семенский, Иустин Филотов, Космазий Дамиран, Андрей Стратилат, Иоанн Мученик, Климент Римский, Климент Антирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Антилеимон и 40 святых мучеников, царь Николай, святое царство семейства, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, молите Бога о нас. Господи, укрепи сердце наше, слове Твоем, чтобы и малые дети верили истинно в Тебя, в гонениях и в искушениях, не допусти до принятия антихристовых начертаний на чело и на правую руку, чтобы в скорби и печали никто не отошел от Тебя. Святые Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем, Сирин, Антоний, Макарий Египетский, Макарий Александрийский, Антоний, Феодосий, Корнилиев, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, митрополит Иннокентий, Николай Японский, Макарий Алтайский, все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас. Да помилует и спасет Господь нас, да дарует нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Дай нам любовь к Святой Библии, коснись сердец патриарха, митрополитов, епископов, священников, диаконов, всех, кто является служителями Твоими и всего народа Твоего, всех молящихся Тебе, Господи Боже наш. Даруй всем духовное рождение свыше и водительство Духом Твоим Святым. Научи нас заботиться о стяжании Духа Твоего Святого. Святые жены и девы, Фёкла первомученица, Покина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь и Мать София, Наталья, Андриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Христина, Иакила, Андроник, Иулия, Киприан и Устина, молите Бога о нас.
Да, Господи, Дева, злого послушания, молчания, целомудрия и стыдливость, и сохрани их от всяческих поруганий, нападений недобрых людей. Хвала Тебе, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Боже милости, будем негрешными. Создавы меня, Господи, помилуй меня. Бесчеславие согрешу, Господи, прости меня грешного и помилуй. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых Твоих, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас. Во благо, Господи, прими нашу молитву о всех заповедавших нам молитвами. Спаси их и помилуй. Говори, Господи, слушай, да услышит раб Твой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь. Доброе утро. Доброе утро. Боже помощью.